Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Тока Полина. В этом видео я вам расскажу, как скачать новое обновление версии 1.50 в игре Тока Бока. Оставлю вам рабочую ссылку на скачивание нового обновления, а также сделаем краткий обзор этого обновления. А пока мы не начали обзор, обязательно подпишись на мой канал. Здесь ты всегда найдешь рабочие ссылки на скачивание обновлений и самую новую информацию об игре Тока Бока. Обязательно поставь лайк и напиши в комментариях, получилось ли у себя установить обновление по моей ссылке. Итак, начнем. Для того, чтобы скачать новое обновление, вам нужно перейти в мой телеграм-канал. Ссылку на телеграм-канал я оставлю в конце этого видео. Вам не придется искать по разным сайтам взломанную версию этого обновления, бороться со спамом на сайтах, разными вирусами и тому подобное. Просто переходи на мой телеграм-канал и качай проверенный файл с этими обновлениями. Мы очень долго искали этот файл и нашли его для вас. Сейчас мы хотим поделиться им именно с вами. Да-да, поделиться, вы не ослышались. С вас только подписка на мой YouTube-канал и больше ничего. Ну а сейчас смотрите краткий и ускоренный обзор нового обновления. Ну вот и все, ребята. Ссылку на мой телеграм-канал ищите в комментариях под этим видео. Качайте обновление, играйте в игру. И не забудьте подписаться на мой канал и поставить жирный-жирный лайк. Всем пока-пока!